здравствуйте, друзья. Решил снять такой ролик отдельный. Делаем какую-то усиленную стяжку, усиленную сварной сеткой, например, да, или какой-то там каркасик вяжем из арматуры, какую-то сетку. Вот такая встает проблема. Как эту сетку приподнять от основания, да, на которое мы заливаем стяжку. Вот. Кирпичи это не очень подходящие. Ну, не всегда он по размеру, он как бы бывает очень даже широкий кирпич. То есть он, ну, не всегда подходит. Потом деревянные какие-то бруски нельзя делать, тоже подкладывать, потому что они, ну, они просто-напросто со временем начнут гнить в этой стяжке. Это неподходящие тоже материалы. Вот я нашел такой выход из положения. Нашел простой и очень доступный выход из этого положения. Я взял просто обычные трубы, полипластиковые, да, канализационные, 50-е. Вот смотрите, друзья. Я их нарезал, смотрите, вот на нужную мне ширину. Самое главное, что вы можете, пользуясь этим способом, поднять сетку сварную, да, или там арматуру, поднять на нужную, так сказать, нам высоту там от пола, в зависимости от того, какой толщины у вас стяжка. Вот. Мне вот необходимо поднять на 3 сантиметра от пола. Я нарезаю, беру трубы 50-е, мне больше подошли, ну как бы у меня тут не только 50-е были, 110-е обрезки. Вот. Берем мы обрезки труб, любых, уже ненужные обрезки, делаем отметочки, турлеточкой, и нарезаем их нужной ширины, да? Нарезаем на нужную ширину и подкладываем под нашу с вами сетку. Такое, друзья, преимущество этого способа. Смотрите, мы можем легко поднять сетку на нужную нам высоту. Это раз. И смотрите, эти вот, знаете, вот я становлюсь полностью всей массой. С ними ничего не случается, с этими трубами, да? Смотрите, самое главное, что вот эти наши с вами трубы, они зальются в стяжку полностью, в бетон. Они не будут ослаблять стяжку, они не будут там ни гнить, ни коррозировать. То есть вот они в идеально, просто идеальный вариант, на мой взгляд. Главное, что вы можете сделать их нужной вам высоты. От сантиметра, хоть там хоть 10 сантиметров можно сделать. Они, вот смотрите, вполне можно на них наступать. Они не проламываются, не продавливаются. Вот. Сетка прекрасно на них лежит. Вот. На мой взгляд, это очень такой способ хороший. Друзья, пользуйтесь бесплатно.